начал крутить рейки. Тепличка у меня простая, без фанатизма, металл сейчас дорогой. Но вот, вот таких вещей у меня хватит еще не на один парничок. В общем, по-простому. Вот эта теплица стоит уже, наверное, 3 года. Вот это лет 5. На это я один раз пленку менял. Потом перекрывал уже другой дорогой пленкой. Эту и эту. Вот уже стоят по 3 года. Ничего с ними не происходит. Рейки тоже еще не сгнили, будем так говорить. Поэтому простоят, сколько простоят. Такого материала у меня хватает. А вот металл нынче дорого. Вот. Я гайковерт использую и шурик. Один на зарядке стоит, сейчас принесу. Поставлю туда перо. В общем, сразу будет 3 у меня шуруповерта задействованы. Немножко шурупчиков. Это для того, чтобы лишний раз это не перестегивать. Сейчас покажу, как это все происходит. Все, оккупировали. Переключай скоростя. А ну, давай, покажи, что надо дергать. Переключай. Клац-клац. Все, другой рычажок. Реверс. Где у нас реверс? Реверс. Реверс, рычажок. А ну, ищи. Во, все, давай. Молодец. А рулик где поднимается? Вот это? Да, это надо подергать. Да, скорость переключай. Все, молодец. Молодец. Все едут куда-то, да? Привет, YouTube, привет, подписчики и гости моего канала. В общем, поставил я там третий парничок, 6×3,5 там грядочки сделал. В общем, надо земельки завести. Буду завозить вот такой телегой землю. Значит, длина ее 1 метр, высота бортов 50, ширина 80. Кому интересно, посчитайте кубатуру сами. Вот сейчас первым делом, что мне нужно сделать. Снял я навеску для компактности.
сделал такое прицепное шар. Оно у меня двустороннее, то есть можно его развернуть. Вот это опустится ниже, шар перекручиваешь, прицеп цепляется ниже. Потому что он слишком задрот получается. Ну, это совсем для других целей. В общем, сейчас переворачиваю и погнали землю завозить. Так вот поднакидали немножечко земельки и погнали засыпать грядки.
Солнце прикольное такое, лучи такие. Ага. Вообще, осталось мне одну телегу сюда еще завести, доставить вот тут шифер. Ну, здесь потом уже загорожу. Тракторенок сюда залетает в теплицу. Мама не горюй, на. Прям внутрь. Сначала не было середки. Заталкивал, разворачивал. Высыпал туда. 2,20 ширина вот от этой до вот этой. И спокойно тут он с прицепом насается. Вот такая вот штука. Не, прикольные такие лучи. О как. Вообще ништяк. Солнце садится. Вот так вот получается. Раз, два, три. Три телеги по краям и две телеги вот сюда в центр. Здесь ширина получается 1,10 м. Здесь 70. И где-то здесь я 70 отступал. 5 с лишним, 5,30. Пускай 5,20 длина. Здесь 1,04 м, наверное, длина на 1,10 м. Вот так вот. В общем, все. Всем пока, всем удачи. Кому понравилось, палец вверх. Не понравилось, палец вниз. Комментируйте. Вот такой вот парничок.